С большим размахом отметили День юриста. Накануне в Театре оперы и балета прошел праздник, который собрал несколько тысяч служителей Фемиды со всего края. В начале вечера лучшим из лучших вручили премии «Юрист года», затем перешли к части творческой. На сцене Театра оперы и балета состоялся конкурс «Юровидение». Юристы демонстрировали вокал и танцевальные способности. С праздником их поздравил председатель законодательного собрания края Александр Ус. Он состоит в ассоциации с самого ее создания. Когда-то мы начинали с нескольких десятков человек, сейчас ассоциация на региональном уровне красноярская насчитывает около тысячи. Но мы делаем ставку на инициативу тех, кто является членами ассоциации. Я считаю, что необходимо строить работу таким образом, чтобы это действительно формировало гражданское общество, и ассоциация нужна была прежде всего самим ее членам.